have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. Привет. И сегодня у нас вот такой вот прекрасный вид за нами и приятный музончик в наших ушах. Это Roblox. И сегодня мы пойдем на рыбалочку. У нас как-то была серия, когда-то давненько-давненько была серия по рыбалке, но это другая игра, другой режим. Здесь я ничего не знаю. Кот сейчас будет моим проводником, поэтому да, тебе слово, рассказывай. В общем-то, изначально ты такой нубик, у которого нету лодки. У тебя есть просто удочка. И по сути, если бы у тебя не было меня, ты бы рыбачил на том краю, как та девчонка рыжая. Давай, если бы да кабы не будем, ты мне рассказывай, что мы сейчас будем делать. Ну что нам... Сейчас мы будем рыбачить. Нам интересно посмотреть, в частности, мне интересно посмотреть, да и зрителям тоже, я думаю, будет интересно. Я могу сюда... Да, можешь. О, ну поехали. Ща, погоди. Погоди-ка, тут что-то управление сломано. Ну что, потому что я в лодке? Нет. Это я сам сломался. Заспауни лодку. Оу, ты сам себя отспаунишь. Респаун. Вот, я заресетнулся, у меня пропали эти лаги сломанные. Так а что ты... ну давай, подходи. Окей. Давай. У меня, не знаю, у меня пока вроде никаких лагов нету, все нормально, все хорошо. Это баги. Садись. Лаги-баги. Опа. Твой попугай, он мне прям это уже всю шею защекотал. Он постоянно летает такой за мной. Слушай, лодочка у нас неплохая. Когда ты золотой скин на нее получил? Это свет жареных оладушков. А, это цвет лодки, жареные оладушки. А на борту у нас не спасательные круги, а эти, да, пончики висят. Да. Зачем мы так Кубики. Далеко плывем? Минуточку, чем дальше от берега, тем круче рыба? Да. А, хорошо, тогда я понял. Окей. Например, у меня, кстати, сейчас можно ловить океанскую рыбу. Но мне нужно 3 рыбы принести мистеру этому Родни по квесту. Так что я не знаю, стоит ли нам так далеко отплывать. Я просто хочу 3 рыбы поймать. Просто тут именно самая такая лучшая рыба для самого начала. Тут у меня бесконечная монстр. Леска. О, я поймал рыбу! В общем-то, теперь нужно крутяк. Сидеть и ловить рыбу. Вот так. Так, хорошо. Кидаешь куда-то далеко крючок, я заберу. Только идут бублички. Да, меня уже научила игра, я только что поймал, я же говорю, рыбу. Пока мы плыли, я на ходу поймал рыбу. Вот, нужно держать... А это получается у меня 6... А, да, в рюкзаке у меня 6 слотов, то есть я могу, получается, максимум 5 рыб сейчас поймать. А я сейчас могу поймать 36 рыб. Оу, а тут я могу похвастаться своим уловом, да, то есть... А почему эта рыба такая? А, ну все, я понял. Эта рыба такая, а эта рыба такая, все, окей. Неразно. Нет, я имел в виду, они изначально просто подгружаются вертикально, потом обе переворачиваются горизонтально. Я понимаю, чем круче рыба, тем тяжелее будет удерживать вот эту штуку, да, равновесие? Да. Либо ультраслабая рыбка, либо ультра. Я какую-то супер рыбу поймал, не знаю. Этическая, такая... что ли? Так, написано маленькая. Маленькая рыба. Маленькая это что значит? Маленькая это значит то, что она будет стоить дешевле, чем обычная рыбка. А, то есть такая же свои особи, только маленькая, да? О, мне попался детеныш рыбка. Ультрамелкая. Икра, что ли? Угу. Икра дорого стоит. О, большая. Чем быстрее тебе надо удерживать в этой зеленой полоске, тем реже рыба, то есть тем она круче. Угу, я понял. Я тут просто... Мне тут уже блин, а левелы неплохо идут на самом деле. У меня просто удача на этой удочке уже 6 где-то. Удочку можно качать? Да. Ну, у тебя пока что денег нет. Да, ты не сможешь.
Есть! У меня 4 уровень, у меня новые рыбы. Слушай, мне теперь нужно бы добраться... Тебе нужно продать? Ну, мне их не... мне больше ловить некуда. Ты можешь ресетнуться и продать рыбу гораздо быстрее, чем просто плыть заново. Так, минуточку. А находясь здесь, я не могу свою лодку заспавнить, да? Не можешь. Ты можешь заспавнить лодку только на плоту. А у меня есть вообще лодка? Нет. А где мне ее достать? Ее купить надо, да? Да, ее купить надо в лодочной. А сколько она стоит? Самая простенькая. 2400. 2400? Да, 2400. Так, хорошо. А за квесты мне деньги дают? Да, дают. Пойду тогда сейчас выполню квест. Может быть, я продам оставшиеся пару рыбок. О, рассвет наступает наконец-то. Вот. Скоро рассвет. Выхода нет. Рыбу закинь и полетели. Ладно. Сейчас пойду посмотрю, что я могу купить там своего. 16 уровень. Хороший рыбак. Неплохо ты тут тоже такой качнулся. Да. Я лучше вот так вот, чтобы меня не выкинуло из лодки. Сюда? Да. А в воду я могу попадать или умру? Ну, можешь попадать в воду, разрешается. Как ты на акул будешь охотиться? Я не знаю, я же не знал, что тут есть такая фишка. Так, где этот чувак, которому мне надо сдать квест? Вроде здесь был. Домике. В красном домике. Да-да-да, значит, я правильно запомнил. Тик-тик-тик-тик-тик. Ну-ка, давай поговорим. О, вот квест выполнен. Суперски. Можно продавать рыбу, посети кастера в доках. Этот чувак знает цену рыбе. Угу. Вернись, когда закончишь. Ну, давай посмотрим. Новый квест. Продать рыбу кастеру. Пойдем. Накастуем немножечко рыбы. Где он? Вот. Вот тут? Нет, не тут. Нет, это таверна. Вот это кастер? Нет, это путешествие какое-то. Погоди. А где он? Я думала, что кастер снизу в лодочной. А где лодочная? Лодка, домик. Лодочная снизу. Подумай. Спасибо, Карл. Вот домик, он слева от тебя. Может, вот этот? Нет, это уже там, где нужно покупать копье и ловить. Да, покупать копье. Вот этот? Да, этот домик. Ага, а вот вход к нему. Нет, это лодочный магазин. Лодочный магазин. Ты там можешь получить копье-палку. Да, но это не кастер, это Декард. Да, это Декард. Может быть, у меня есть для тебя специальный подарок. Палочку отдал, такой, специальный подарок. Спасибо. Хочешь купить что-то? Да нет, пожалуйста. Я, наверное, у меня просто пока особо с деньгами не очень. Вот тут карта какая-то. Хорошо, Декард отдал мне палку. Минечка, а куда я положил палку, если у меня не было места? Наверное, она у тебя в инвентаре, в рюкзаке. Нажми на F. To pay respect. Вот. А, нет, я не хочу. Ну вот, бэкпэк. В бэкпэке ничего нету. Скины есть, только удочка есть, и пэтов у меня нету. И палки у меня тоже, кстати, нету. Круто. Может, тогда рыбу продадишь? Да я ищу! Где? Это чувак, который можно... вот кастер. Это чувак, у которого большая монетка такая сверху. Большой знак бабла. А, вот он, точно. Надо было сразу внимательнее посмотреть. Я просто почему-то подумал, что он в здании должен сидеть, а не в палатке. Знаешь, ну, да. Ультрамелкие рыбки самые дорогие. Так. О, у меня есть легендарная Rockfish. Она за 774. Прикольно. И эпическая. Легендарная и эпическая. Ну ты везучий, у меня тогда только одна эпическая рыбка попала. Ну ты меня отвез на хороший спот, и поэтому, да... Так, хорошо, у меня есть 1800, что я могу на них купить? 1800, ты можешь, например, купить ящик с удочкой, где будет бонус. Я хочу рюкзак. Где мне его взять? Рюкзак можно купить в таверне Фина. Finn Supply Shop, да, вижу. Пойдем посмотрим. Потому что мне как-то в лом возвращаться, когда у меня всего там, не знаю, 6 мест. Я хочу рюкзачок побольше. Да-да-да, чувак, тут можно всякие вещи купить. Спасибо.
А, я получил сумку изначально, круто. А давай посмотрим, что у тебя еще есть. Так, это крючки прокачивать, это шанс рарности прокачать, ну-ну. Силу прокачать, скорость прокрутки. Так, погоди, нет. Копья. О, рюкзак за 1300 можно на 24. А сколько он мне дал рюкзак? На 12. А там рюкзак на 34. У меня рюкзак сейчас на 36. Ой, не на 34, на 24. Да, я куплю вот этот на 24. Потрачу еще денежки. Специальные вещи, копья. А копья мне на акул, да, значит? Да, копья на акул. То есть пока что мне, я могу обойти себе с копья. Да. Хорошо. Мало, да, акул еще. Пойдем. Тебе нужен бро посильнее лодка. У меня нету денег на посильнее лодку. Идем просто рыбы пока наловим. Да. 24 слота, это уже нормально. Сейчас... Я сваливаю такой, опа. И ходу. Да, в общем, этот симулятор рыбалки, он выглядит по-другому, чем тот, который у нас был в прошлый раз, но прокачка здесь очень даже похожа, потому что также качается сила, также качается скорость натяжки, также мы можем себе покупать лодку. Необычный корабль утонул, найдите и заберите себе награду. Это интересный ивент, я бы поучаствовал, если бы я знал бы тут, что где находится. Я никогда еще не участвовал в таком. По-моему, твой попугай сейчас сдохнет от скорости, он летит такой, стойте! Стойте! Нет! Такой, живодер, блин, взял, завел себе пэт, и теперь катается на скоростных лодках, издевается над ним, блин. Так, рыбачим или где? Рыбачим. У меня был еще питомец черепаху, он также на такой скорости мчился. Видишь, тебе даже черепаху пришлось гонять на такой скорости. Что за человек? Легендарная рыба, кажется. А ты тень рыбы в воде видишь это? Да, вижу. А, нет, редкая рыба. Есть, о, новая особь открыта. Есть еще такой специальный способ кидать удочку и смотреть, какая рыба победется. Ага. Если ты понимаешь, что это за рыба, там какая легендарная, какая нет. Ну, есть крутые чуваки, которые в этом понимают. Крутые чуваки. Тун-тун. Но видно, что они такие длинненькие, но это нужно реально прям различать. А почему ты именно к этому мысу плаваешь? Потому что это наилучшая локация для самого начала. Тот я самый, такие понял. Дорогие рыбы, видишь? Ты получил 778 за одну такую рыбу, которая тут. А там ты бы получал по 28 монет, по 10. Окей, 11. Я тебя понял. Так, у меня есть большая и есть бэйби. Бэйби очень дорогие рыбы. Я тебя понял. А вообще в дикой природе запрещено вылавливать бэйби и всякое такое, потому что это считается браконьерством. Понятно, почему они такие дорогие. То есть на детенышей охотиться всегда было запрещено. А почему бэйби размером со взрослую? О! Не знаю, наверное, потому что взрослая рыба, офигеть, какая большая. А, не, ну вот, короче, вот это вот взрослая, вот это молодняк. А вот это обычное. То есть это маленькое. А, ладно, удочку вытащил. Ты поймаешься, вот. Я одного и того же вида выловил 3 рыбы. Нормально. Нормально. По-моему, ты. Почему я закидываю удочку под лодку? Я не знаю. Но рыба клюет. Рыба клюет с головы. Смотрите во всех кинотеатрах. Опа. Ого, там что-то здоровое у тебя прям. Хочет ловиться, оно слишком здоровое. Кажется, о, это... я какого-то карася поймал переростка. Прикольная такая штука. Да, это эпик. Это эпик? Да, это эпик. Крутяк. Дайте мне еще легу, пожалуйста. Вот
вот смотри, этот большой. Офигеть! Ты, ты меня сейчас этой рыбой спихнешь с лодки. Вот это, блин, рыбеха. Вот есть самый... Знаешь, что похоже на огурец с плавниками? Просто реально. В общем-то, огромные рыбы — это самый большой вариант из всех огромных рыб. Ты говорил, что бэйби — это самый крутой вариант. Да, я бы говорил про самый большой вариант. О, мне тоже большая попалась. Прикинь, мне одного и того же вида попалась маленькая, большая, бэйби и обычная. Да, не хватает огромной еще. А, есть еще и хьюдж? Да, есть еще огромная, которая прям вообще... Прикольно. Я бы хотел такое. Дайте мне большую рыбу. Огромную рыбу. Вот такезную рыбу. У меня, кстати, по-моему, есть еще огромный карась, походу. Вот. Ну-ка, 6. Ха-ха, прикольная и такая. Маленький. О! Ты лишь обычный карась. Огурец. 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 Я бы сделал сейчас вот так. Немножечко света. Вот немножечко. Ты фары включил? Да, фары включил, и что? Они вперед светят. Мы сбоку, они вперед светят. Блин, что-то здоровое. Опа! Здоровое. У тебя эпическая рыба. Эпик пайк, да. Она большая или огроменная? Я не знаю, как мне... Зайди в инвентарь, в рюкзак, и перемести ее в обычные рыбки. Так. Бэкпэк. Вау, я не то имел в виду. 5. Да нет, обычная. Ну, просто эпическая. Ну, обычная эпическая. Это моя эпическая. Да. Как я ее в карман поместил? Как оно в этот маленький карман поместилось? Не знаю, у тебя аквариум вообще сзади. Ну да. Опа, что-то большое, что-то большое. Почему-то вот эта тема с аквариумами напоминает мне охотников за привидениями. Они тоже такие ловушки вот эти протонные. И... Лего. А? Лего, это легендарка. Серьезно? Да, надеюсь, огроменная. О, от Камонска. Уровень! Новый тип. Ну-ка. Что это, как она? Маленькая? Я хочу ее взять. Давай, попробуй. Маленькая. Да нормально выглядит. Это маленькая рыба, а прикинь, как бы... Она и так большая, как обычная рыба, а прикинь, если бы она огромная была. Угу. Прям больше огурца. Опа, эпик. Да мне, блин, прям прет эти рыбы. Такие эпические, легендарные. Почему такая музыка играет, как будто мы тут занимаемся чем-то незаконным и такие... О, еще анкамонов. Еще что-то легендарное. Игра, перестань, слишком много. Ахаха, перестань, что ты делаешь? А, нет, не легендарное. Блин, я стоял с незакинутой удочкой, прикольно, я молодец. Если бы у тебя был бы 15 левел, мы бы сейчас пошли на вулкановый остров. Да, у меня уже скоро 7 будет. С такой рыбой очень хорошо ловится. Ну, то есть... Ну, я же говорил. Да, молодец. О, новая особь открыта. Ну-ка. Так, давай, наверное, я вытащу эту рыбку и доставь нас на землю, хорошо? Ладно. У меня есть еще место в инвентаре, но я думаю, нам нужно продать. О, вот 7 уровень, как раз. Тогда доставай вот эту рыбень. А, ну ладно. Давай еще помучаем попугая немножечко. Стой! Ой, а так? И ты, лодка такая, бульки под воду сразу, потому что рыба, блин, весит 10 тонн. Мне хочется посмотреть, сколько она стоит. Ребятушки, сегодня мы расскажем вам, как превратить обычный буксир в подводную лодку. Сначала мы идем на рыбалку. Ловим рыбу-огурец. Рыба-огурец, ну, блин, просто серия про рыбу-огурец. Блин, интересно, как мне сейчас за это все отвалят? Думаю, ну, такой... тысячи, где-то 100. Да нет, блин, у меня-то это 12 рыб всего лишь. У тебя есть одна легендарная и эпическая, это много.
Ты меня сейчас этим огурцом убьешь, тут просто ходит такой. Знаешь, это мечта любого рыбака, когда у тебя не хватает руки, чтобы показать. Я вот такую рыбу поймал. Да. Так, Кастер, что ты скажешь, чувак? Сколько он стоит? Да. 1167 баксов. Ну, я тут все, короче, продаю за 1400, а тут одну рыбу за 1000. Я все продал за 3647 баксов. Ну, была у меня одна эпичная рыба, ну, нормально. Хорошо, ребятушки, вот так мы сегодня с вами порыбачили. Эй, вау, не надо, на земле рыбачить это такое. Вот, не знаю, мне понравилось, тут интересно, и я думаю, что, может быть, даже сегодня мы еще зайдем просто для себя поиграть. Тут довольно-таки такая хорошая, спокойная атмосфера, можно просто порыбачить, поболтать. Рекомендуем вам этот режимчик, запросто, вполне, здесь прикольно. А на этом у нас сегодня пока все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем ладушек. И всем покеда. Всем покеда.